А зараз я запрошую усіх на чергове засідання клубу IQ Мам. Коли вашому малюку вже виповнився рік, його дитяче меню можна урізноманітнити продуктами з дорослого столу. Скажите, пожалуйста, как долго можно и нужно кормить малыша детским питанием? Все продукты, которые вы предлагаете ребенку, независимо от возраста, должны быть качественными, то есть безопасными, натуральными, полезными и, немаловажно, вкусными. Ведь вы же не станете кушать полезную пищу, но невкусную, вот и малыша не проведешь. Специальное детское питание удовлетворяет потребности малыша во всех питательных веществах. Но все же в этом возрасте его уже необходимо приучать ко взрослой пище. Двух-трехлетний малыш должен привыкать к продуктам, которые рано или поздно появятся в его рационе. Здесь необходим баланс. Оптимальный вариант, когда в рационе малыша присутствуют и домашние блюда, и продукты детского питания. Скажите, а что уже можно есть ребенку с нашего взрослого стола? Из домашней еды годовалому ребенку можно предложить некоторые овощи и фрукты. Хлеб, компоты, но без сахара. Также не повредит небольшое количество растительного масла и отдельные мясные блюда, например, тефтельки или паровые котлетки. Соответствовать возрасту ребенка должна также консистенция блюд. Если в начале прикорма она довольно жидкая и однородная, то с появлением первых зубов вполне логично предлагать малышу перетертую пищу с кусочками. Когда у ребенка появятся коренные зубы, его еда по консистенции может быть такой же, как у взрослых. Подскажите, а как лучше готовить еду для ребенка? Тушить, варить, жарить? Детям до 3 лет рекомендуются отварные тушеные блюда. Запекайте в духовке, готовьте на пару. Чтобы было вкуснее, добавляйте сметану с низким содержанием жиров и немного сыра. Зелень также не повредит вашему ребенку. Скажите, а чем сладеньким можно побаловать малыша, чтобы было вкусно и без особого вреда? Если уж и давать малышу что-то сладкое, то остановите свой выбор на домашнем варенье или пастиле. А вот от тортов, пирожных, даже домашних, лучше воздержаться. Повремените и с газированными напитками, взрослыми соками. Старайтесь ограничивать маленького сладкоежку от шоколада, конфет и Сдобы. До 3 лет детям не нужно давать жареную пищу, любые виды колбасных изделий, морепродукты. Также воздержитесь от любых взрослых молочных продуктов и наваристых бульонов. Старайтесь приучить вашего малыша к здоровой пище с самого детства. Пусть он получает пользу от того, что ест. Будьте здоровы сами и берегите вашего малыша.